если вычесть из 312 те 161, которые у нас есть, у нас остается 151 петелька на прибавке. Это, если равномерно делить, 50, 50, 50, либо 51, 50, 50. Возьмем пока 50, 50, 50, потому что тут есть тоже прибавки. Мы немножко будем это регулировать. Мы решили, что нам первый раз нужно прибавить здесь, девочки, 50 петель. Я напишу пока 50 петель. Почему пока? Потому что сейчас мы посмотрим и отрегулируем. У нас было 161 петля и плюс 50. Я пишу 161 плюс 50. Это у нас с вами получается 211 петель. 211 петель, если мы прибавим с вами 50 петель. Теперь смотрим сюда. Для этого рисунка нам нужно 3, 6, 9, 10 петель. 10 петель кратно 10. Значит, у нас здесь 211. Нам нужно прибавить не 50, а 49 петель. И тогда у нас будет 210. Прибавляем здесь 49 петель. Дальше вяжем. Прибавочку сделаем в одном ряду. И еще в одном. Значит, считаем 210 петель. У нас будет с вами сколько раппортов? 21 раппорт. 21 раппорт мы прибавляем 1 и 2 раза. 2 петельки. 21 мы умножаем на 2. То есть здесь мы прибавляем, смотрите, 21. И здесь мы прибавляем 21. В итоге мы прибавляем еще 42 петли. Когда мы вяжем, выходим сюда, вот на этот уровень, на наш второй уровень, считаем, у нас с вами есть 42 петли и плюс 210 петель. У нас с вами перед второй прибавкой, здесь у нас 210 плюс 42, перед второй прибавкой 252 петли. 252 петли. Нам с вами нужно 312. 252 у нас уже есть. 312 минус 252 петли. Нам вот сюда вверх не достает с вами 60 петель. 60 петель, чтобы выйти на нужное количество. Итак, 60 петель. Ну, давайте попробуем поделить их пополам. Половину прибавим здесь, половину здесь. То есть по 30 петель. Допустим, по 30 петель. Если мы 200, так себе в уголочке считаем, 252 петли, прибавляем 30. У нас будет 282 петли. 282 петли. Смотрим сюда. У нас здесь раппорт узора 8. 8. 282 петли, если разделить на 8. У нас с вами получится целых раппортов 35 узоров будет. 35 узоров и плюс 2 петельки. 2 петельки нам не нужны, нам нужно 8. Поэтому давайте добавим еще 6. То есть мы добавим не 30, мы добавим не 30, а 36 петель. Я пишу здесь плюс 36 петель. 36. У нас было 282 и еще 6, то у нас будет 288 петель. Вот здесь уже у нас с вами 288 петель. Все со мной согласны? Смотрите внимательно и рассчитывайте. 288 петель. Движемся мы к второй схеме, делаем ее и здесь у нас нужно сделать последнюю прибавочку. Если мы из 60 с вами прибавили 36 петель, то, естественно, здесь, логично, у нас останется 24 петли на прибавку. 24 петли. Если мы прибавим 288, 24 петли, что у нас выходит, девочки? У нас выходит 312 петель. 312 петель, которые мы дальше вяжем без всяких прибавок. Когда вы свяжете всю кокеточку у вас должно быть 312 петель. После узора мы еще провяжем 6 рядов и посмотрим, как все это будет смотреться.
Вот таким образом, дорогие мои, мы и разобрали с вами всю кокеточку снизу, самого первого ряда и до самого последнего ряда. Еще раз говорю вам, что перед рисунком нам нужно провязать 5 рядов лицевой гладью. 5 рядов. Дальше идет один ряд еще лицевой гладью, то есть 6 рядов. И в седьмом ряду мы начинаем с вами уже вывязывать нашу кокетку. У нас с вами есть 138 петель. После первой прибавки в 23 петли их будет 161. Затем нам нужно будет прибавить еще 49. Затем мы прибавляем 2 раза по 21 петле. У нас остается 252 петли. Будет 252. Мы прибавляем еще 36. У нас будет 288. Идем полностью вот такую ажурную дорожечку. Затем прибавляем еще 24 петли и выходим с вами на вот эту нашу цифру. Я заранее уже, пока вам тут снимаю, записываю, все делаю, сбрасываю на компьютер, я заранее провязала мои 5 рядов и еще один лицевой ряд. То есть у меня 6 рядов провязано. Вы сразу после расчетов эти 6 рядов вяжете самостоятельно. Теперь у нас, вот смотрите сюда, девочки, седьмой ряд. Здесь нам нужно провязать 2 лицевые, провязать 2 вместе с наклоном вправо, сделать дополнительную, вернее, сделать накид и сделать еще через 2 петельки дополнительную из протяжки петельку. Что я буду делать? Я попробую вот эту петельку провязывать перед двумя вместе. Зачем? Затем, чтобы у меня меньше было видно вот эту прибавочку. Меньше было видно эту прибавочку. То есть я буду провязывать 2 лицевые, затем сделаю одну дополнительную петельку, провяжу 2 вместе и сделаю накид. Итак, смотрите, что я сделаю. Я вот эту петелечку перенесу сюда. Вот так перенесу сюда, и здесь ее у меня не будет. Итак, мне нужно провязать 2 лицевые. Я начинаю седьмой мой ряд. И вы тоже начинайте вместе со мной. Провязали свои 6 рядов и начинаем вместе со мной. Итак, смотрим. 1 лицевая, 2, 2 лицевые. Дальше я делаю из протяжечки одну дополнительную петелечку, сразу же провязываю 2 вместе лицевой с наклоном вправо и делаю накид. Вот так, видите? Так у меня уже интереснее получается, не так видно мои прибавочки. Дальше я делаю 1, 2, 3, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4 лицевые, из протяжки делаю дополнительную, 2 вместе провязываю, накид. Опять 4 лицевые, 1, 2, 3, 4. Из протяжки делаю одну дополнительную петельку, затем 2 вместе, накид. И буду продолжать так, девчонки, до конца моего седьмого ряда. Восьмой ряд вяжем просто лицевыми петельками. Встретимся с вами в девятом ряду. 8 рядов у нас есть. Движемся к девятому ряду. В девятом ряду нам нужно провязать лицевую 2 вместе, накид, лицевую, накид, 2 вместе, лицевую. Но так как, девочки, я вот этот накид перенесла сюда, значит, мне нужно начать вот с этой петельки. Мне надо провязать 2 лицевые и затем 2 вместе. Смотрим сюда. Идет следующий наш ряд. Я провязываю 2 петельки, 2 петельки, сейчас наведу порезче вам, 2 петельки лицевыми, 1, 2. Вот здесь, где я делала 2 вместе, я снова делаю 2 вместе, чтобы у меня была вот такая дорожечка. Накид, лицевая, снова накид. И 2 вместе с наклоном делаю влево. Есть. Сделали. Дальше нам нужно сделать снова 1, 2 лицевые,
Здесь мы продолжаем нашу вот такую наклонную елочку. 2 вместе накид, а лицевая накид, 2 вместе. Еще раз, лицевая, лицевая, 2 вместе вправо, накид, лицевая, накид, 2 вместе влево, 2 вместе влево. Вот так у нас с вами получается. Вот такой небольшой ажурный треугольничек. Вяжем этот ряд, затем вяжем не один, а 2 лицевых ряда и встречаемся там, где нам нужно делать прибавки. Связаны наши 11 рядов. Теперь у нас идет вот этот большой 12 ряд с прибавками. Нам нужно прибавить 49 петель. 49 петель, если мы посчитаем 161 петелька, разделим на 49, то у нас получается через 3 петли и кое-где через 4. Вы уже сами рассчитайте, девочки, когда вы будете, допустим, несколько, 3-4 раза через 3 петли, потом через 4. И сами себе рассчитайте, как прибавить 49 петель. Прибавляем 49 петель и вяжем 2 ряда лицевой гладью. Сделали наши прибавочки, девочки, провязали еще 2 ряда и выходим на 15 ряд нашего узора. Здесь нам нужно уже добавлять наш розовый тюльпанчик. Элементарно берем нашу розовую нить и, согласно нашего рисуночка, переходим на спицы, девочки, номер 4. Так удобнее будет, не так будет все это стянуто, затянуто. Берем вот так наши ниточки, берем наши ниточки, одну на один палец, другую на другой палец, и начинаем нашу работу. 2 светлые ниточки, я делаю 1, 2, переходим. Дальше на втором пальце у меня, смотрите, вот здесь у меня светлое, а здесь темное. Все, придерживая, начинаю вязать. 1 розовая ниточка. Дальше 3 ниточки светлые. 1, 2, 3. 1 ниточка розовая. Не затягиваем. Дальше идет 3 светлых и еще с той стороны 2, значит 5. 1, 2, 3, 4, 5. И так продолжаем, продолжаем вставлять нашу нить. Провязали наш 15 ряд, наметили наши цветочки, все уже сделано. И дальше продолжаем вязать по нашему рисунку. Значит, слоновая кость и розовый, затем розовый сменяется на зеленый. Прибавочку делаем в одном ряду, прибавочку во втором. И встретимся с вами перед второй уже крупной прибавкой. Я думаю, цветочек с жаккардом вы сможете по узорчику вывязать самостоятельно. Итак, дорогие мои, первый ряд моих вот этих розовых тюльпанчиков уже готов. То есть я провязала мой жаккард, провязала вот здесь мой жаккард, не мудрила ничего, просто делала жаккард с протяжками. Потому что, в принципе, если я буду делать без протяжек, будет видно, будет еще больше видно. Здесь тоже иногда вот так проскакивает, видите, небольшие ниточки. Но если делать без протяжек, то будет явно видно нити между некоторыми петельками. Поэтому я не усложняла себе жизнь, сделала так, как и написано. Вот первые наши тюльпашки готовы. Первый ряд мы сделали с вами, мы помним, что мы сделали одни прибавочки, одну прибавочку. Вот здесь сделали одну хорошую прибавочку в 49 петель. Дальше мы сделали в цветочке один раз прибавочку, то же самое, девочки, 21 петельку, и вот здесь в листочках еще 21, то есть 42 петли. 49 и 42. Здесь нам нужно дальше провязать. Я сделала один ряд, сейчас провяжу второй ряд и буду делать прибавку в 36 петель. Вот так изначально у нас пока выглядит, вот так интересненько выглядит наш джемперочек.
я останавливаюсь на второй прибавке, вот на этой прибавке, девочки. Здесь мне нужно прибавить 36 петель. У меня есть 252. Через сколько петель нам надо прибавлять? Еще раз объясняю, мы должны вот это количество поделить на количество петель, которые мы прибавляем. Я поделила, и у меня, к моему большому такому удивлению и к счастью, получилось, что ровно, ничего не выдумывая, ровно через 7 петелек я должна делать эту прибавку. Я делаю эту прибавку, девочки, и провязываю затем не один ряд, а еще два ряда, провязываю вот эту мою мережечку и возвращаюсь вот к этой прибавке. Значит, что я себе записываю? Я взяла красную ручку, вот эти 36 петель я пишу через 7 петель. Мне нужно сделать эту прибавку, вот эту, через 7 петель. Дальше вяжу 2 ряда лицевыми, делаю мережку, еще вяжу 2 ряда, один ряд и еще второй. И показываю вам мои продвижения уже вот здесь, перед третьей прибавкой. Сейчас мы с вами находимся вот здесь, на этом этапе, девочки. Нам осталось прибавить последнюю прибавку. У меня это 24 петельки, у вас, естественно, свое количество. Находимся на 288 петель. У нас здесь есть 288, подниму, 288 петель. Провязали все это, нужно прибавить 24, опять. Та же самая схема расчета. Через сколько мы прибавляем? 288 мы делим на 24. У меня получается, вот к удивлению моему и к восхищению, все у меня получается четко. Выходит, здесь пишу через 12 петель. Здесь уже у меня через 12 петель. То есть я, провязав 2 ряда, вот здесь два ряда, один плюс один дополнительный, я делаю мою прибавку через каждые 12 петель. Затем здесь я провязываю мои два ряда, ряд и плюс один ряд дополнительный, и у меня остались последние вот эти мои тюльпанчики. Я делаю прибавочку, провязываю еще два ряда лицевой гладью и перехожу снова на мой жаккард. Ну и встретимся мы уже с вами вот здесь, после всей моей кокетки. Вяжем, девчонки, все вместе, у кого какая красота будет получаться. Кокеточка уже готова, мои 21 сантиметр провязан. Причем вот здесь, я так кратенько скажу, я использовала вот ту мою розовую ниточку на 100 грамм 215 метров. Все это я вяжу на 100 грамм. Вы помните, 250, 215 и 250. Затем я сделала вот такие интересные птички, один ряд и второй. Сделала прибавки, как нам и полагается. Перед последними рыжими тюльпанами я сделала последнюю прибавку. Больше прибавок я делать не буду, потому что вы помните, что я вяжу по своей схеме, где я делаю, в принципе, три основные прибавки. Значит, та прибавочка, которая идет у нас горловина, по горловине, я ее не считаю. Это просто называется расширение горловины, чтобы горловина вот так у нас хорошо легла на плечи, а не стояла вот так колом. Поэтому это я не считаю. Дальше у меня идет основная одна прибавочка. Дальше основная, вот здесь вторая прибавочка. И перед тюльпанчиками третья. Все, кокеточка моя, девочки, сделана. Дорогие мои, мы закончили с вами кокетку. И теперь нам с вами нужен такой самый последний большой расчет на тему рукава и тела нашего джемпера. Для этого я начерчу вот так нашу уже кокеточку, которая получается. По низу кокетки у нас здесь 312 петель. Нам нужно разделить эти 312 петель на спиночку, на переднюю часть, на рукав 1, рукав 2. И сделать 1 и 2 подрезы. Вот это у нас будет, пишу, подрез. Причем подрез он затем будет еще петельками идти и на тело,
И подрез будем добирать из этих же петелек на рукава. 312 петель у нас здесь, девочки, есть. У нас здесь немножко другая модель, как мы обычно с вами вяжем. Мы здесь не будем больше вязать росток. Росток у нас вывязан. И начнем здесь наш расчет, уже отталкиваясь от обхвата нашего рукава, от окружности рукава. То есть обхват нашего рукава, теоретически, опять же, это окружность груди, умноженная на 35%. В принципе, как бы это стандартная формула. Если у кого-то руки побольше, значит, потом вы сможете еще на свободу облегания добавить какие-то сантиметры. Окружность груди я считаю по своей формуле. 92 умножаю на 35%. То есть на 0,35 у меня приблизительно получается 32,2. То есть это приблизительно 33 сантиметра. 33 сантиметра. Вся вот эта у меня окружность рукава. Хорошо, посчитали мы. Давайте теперь переведем в петлях. Пишу петли. Сколько же это в петельках? 33 я умножаю на плотность вязания. То есть 33 умножаю на мои 2,3 сантиметра. И у меня фактически получается 76 петель. 76 петель, вот весь этот рукавчик. Хорошо, он состоит из самого обхвата и плюс подреза. Движемся дальше, подрез. Берите все, рассчитывайте для себя, девочки, чтобы потом вы могли спокойно вязать. Подрез теоретически от 5 до 8 процентов окружности груди. Я говорила, что на вот такой маленький размер 92 я буду брать 5%. Если у вас размер груди, значит, от 100 и выше, значит, вы берете уже подрез хороший от 8%. Значит, мои 5%. Я записываю мои 5% от окружности груди. Это у меня 5% умножаю на 92 и умножаю на плотность вязания, то есть на 2,3. У меня получается 10,58 или приблизительно 11 петель. Еще взяли одну мерочку, 76 и 11. Все, можем смело сюда записывать 11 и здесь 11. Всего у нас 76. 76. Когда мы с вами вяжем, девочки, то обычно, когда я вот соединяю петли подреза с рукавом, я добавляю еще между подрезом и рукавчиком по одной петельке. Из промежуточка всегда добавляю, чтобы не было там никаких вот дырочек. То есть у нас надо 76 петель. 76 петель. Мы с вами считаем 76 петель минус 11. Которые у нас есть, это 65 петель. 65 петель всего. Вот эти две петельки мы снова вычитаем 2 петли, это которые мы потом добавочные. Минус 2 добавочные петли. На каждый рукавчик у нас остается 63 петли, как и положено. То есть вот это отсюда и до этих пор у нас здесь 63 петли. С другой стороны тоже 63 петли. Пока, в принципе, все нам понятно. Опять же пишем, итог какой у нас? Итог. У нас с вами 312 петель. Отнимаем от них 2 раза по 63 петли. Согласны со мной? У вас остается 186 петель. 186 петель у вас остается на спинку и на переднюю часть. На спинку, на переднюю часть. Если мы теоретически разделим их на 93 и 93. Но мы с вами знаем, что передняя часть все-таки в любом свитере, в любом джемпере идет пошире, чем спинка. Поэтому я делю так. На спинку я из 93 петель делаю 93. Отнимаю вот эти 3 петельки и остается 90 петель. И на переднюю часть я
наоборот, к 93 петельки прибавляю 3. Будет 96 петель. Все, я, в принципе, посчитала то, что у меня и получается. Смотрите, значит, здесь у меня тоже будет 11, и здесь у меня будет 11. На спиночку у меня останется 90 петель, на переднюю часть 96 петель. Давайте теперь посчитаем, чтобы не пугаться, что у вас получается петель меньше, чем на обхват груди. Это логично, девочки, потому что, когда мы спускаемся с груди уже на тело джемпера, объем под грудью у нас значительно меньше, значительно меньше. И нам не нужно ни 92, ни 96 с облеганием. Нам нужно меньше. Считаем, что же у нас будет с вами, допустим, меньше. Беру я 90 петель, прибавляю 96, прибавляю вот здесь 2 раза по 11 петель подреза. Все, когда я вот это все сложу, складываю, у меня получается 208 петель. 208 петель. Давайте посмотрим. 208. Я разделю на плотность вязания в 2 и 3. И у меня должно быть теоретически, и это правильно, должно быть меньше окружности груди, под грудью. Согласитесь, у меня здесь остается приблизительно 90 сантиметров. Приблизительно 90 сантиметров. При объеме груди 92 и с припуском на свободное облегание. То есть у меня 90 сантиметров остается. И под грудью где-то теоретически должно быть около, ну, я так возьму, 86, может быть, может 87 сантиметров. И плюс у меня еще есть вот этот мой добавочный процент на свободу облегания 90 сантиметров. Все, 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 девочки, посчитали. Еще раз я говорю вам, что мы должны отложить. Вы точно так же считаете свое, вот так вот рассчитываете, делите, ставите маркеры. Итак, начинаем. Передняя часть у нас 96, спинка у нас остается 90, один рукав 63. Подрезы 11, 11, 11, 11, плюс 1 петелька, 1 петелька, 1 петелька и еще раз 1 петелька. Все мы разобрали с вами и теперь давайте будем все это разбирать на тело и на рукава. Я вам показываю. Вот моя кокеточка, готовая кокеточка. Я ее заранее, чтобы не считать, уже не тратить время, я нашла серединку переда. Вот здесь у меня серединка переда, она начиналась отсюда, от серединки переда. Мне нужно 96 петелек на переднюю часть. Я отложила, естественно, по 48, 48 и 48. И смотрю внимательно, чтобы у меня приблизительно рисуночек сходился. Изначально я его делала так, чтобы он потом у меня как бы сходился к центральной части. И у меня получается 1, 2, 3, 4 тюльпанчика слева и 1, 2, 3, 4 тюльпанчика справа. Все, отложила. Здесь у меня идет до начала моего ряда мои 63 петельки. Дальше на спинку я отложила мои 90 петель и второй рукав. Вот он, второй рукав, 63 петли. Я сейчас нахожусь вместе с вами, девочки, на начале моего вязания. То есть вот я провязала одну петельку, чтобы не упал мой маркер. И двигаюсь уже по моей спине. Какая задача у нас? Мы должны дойти до конца нашей спины. Я перешла уже на спицы номер 3,5, чтобы уже хорошо вязать основной мой узор, то есть лицевую гладь, на спицах номер 3,5, чтобы не был такой рыхлый мой джемперочек. Дойду до конца ряда и буду показывать вам дальше. Вот я дошла до конца моей спины. Все, маркер этот мне уже не нужен. Я
Оставляю его, откладываю в сторону. Теперь у меня здесь есть мой рукавчик. Рукавчик я вязать не буду. Мне нужно уже с другой стороны рукава плюс подрез продолжать дальше мое тело. Поэтому какая задача? Вот этот рукавчик нужно снять на отдельную булавку, либо, как я вот делаю, на такой простой шелковый шнурочек. Дело сделано. Мы пересняли вот эти наши петельки на отдельный шнурочек. Я его здесь завязала. Можно завязать даже еще, девочки, чуть-чуть потуже, чтобы не так расходились вот здесь наши рукавчики. Вот я собрала все это на отдельный шнурочек. Теперь есть два варианта провязывания подреза. Можно набирать сразу вот так воздушными петельками. 11 моих петель, 1, 2 и так далее. Затем из этих петелек добирать рукав. Но я не хочу, чтобы как бы вот эта хлопковая была какая-то дорожка или какой-то шов, поэтому я не буду набирать из воздушных петель. Я наберу сначала вот на отдельную мою любого цвета ниточку. Я набираю просто 11 петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Все, вот они, мои 11 петелек есть. Есть мои 11 петелек. Отрезаю эту ниточку, она мне не нужна больше. Закрываю этот клюв, убираю мою дополнительную нить и начинаю мое вязание, вернее, продолжаю мое вязание уже вот с этой спицы, с моих набранных петелек. Мне нужно их, в принципе, с одной стороны или с другой, вот так вот я сделаю аккуратненько, на другую сторону перенесу, чтобы мне было удобнее. И начинаю вязать спокойно эти 11 петель, так, как и положено. Хорошо затянув вот так. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Все, 11 моих петелек есть. Убираю спицу и дальше перехожу на мою переднюю полочку. И продолжаю вязать 96 петель моей передней полочки. Только вот эту последнюю петельку и первую мне надо хорошо-хорошо вот так вот их подтянуть, чтобы не было никаких у меня там в дальнейшем дырочек в моем подрезе. Я вяжу, продолжаю, провязываю мои 96 петель и эту процедуру повторяю на следующем моем вот таком подрезе. Это оставляю на рукавчик. Потом распускаю, из этих петелек я поднимаю рукав. То есть вот здесь никакого шва, никакого рубчика в моем рукаве не будет. И вот здесь, где я вам говорила, по одной петельке надо добавить, чтобы не было дырки, я здесь вытяну по одной дополнительной петельке. Все, вяжу, болтаю с вами и вяжу переднюю половиночку. Дальше собираю на мой шнурочек рукав, хорошо затягиваю и делаю процедуру до конца. Когда у меня все это сделано, смело, девчонки, вяжу вниз лицевой гладью, сколько мне надо. Если вы хотите расширить ваш свитерочек, значит, либо туничку, вот здесь, через определенное количество рядов, как вы хотите, какой ширины, вы можете добавлять по 2 петельки. Оставляете 2 центральные и возле них делаете добавочку 1, 2. Если вы хотите сузить свитерок к талии, значит, наоборот, вы сначала от 2 центральных петелек через определенное количество рядов, я обычно, если хочу по талии, я делаю, значит, 3 таких убавочки, и затем от талии снова прибавляю. Хотите ровно, вяжите вообще ничего не прибавляя, не убавляя, на ту длину, на которую вам нужно провязать ваши тело. Я сейчас немножко хотя бы провяжу и потом вернусь к рукавчику и покажу, как все это делается, чтобы вы смело могли вязать, а не ждать, пока я закончу тело, пока я закончу рукава и покажу вам готовую работу. Все это будет потом уже в показе работ. Дорогие вязалочки, девчонки, я немножко, буквально немножко провязала здесь тело
моего джемперочка. Не буду долго тянуть время и довязывать все, чтобы затем показать вам рукава. Рукава, как и говорила, они у меня отделены вот на такие два шнурочка. Здесь у меня на дополнительную нить был сделан подрез. И я сейчас сразу покажу вам, как я добираю вот по этой петельке и как я начинаю вязать подрез. Кстати, это у меня пока второй моточек моей пряжи 100-граммовый. Ровно моточек ушел у меня на кокетку, и вот здесь буквально на, значит, какие-то, я не знаю, может быть, 15 сантиметров уйдет еще один. И еще я планирую один моточек на низ. То есть 1, 2, 3 моточка у меня уйдет на тело с кокеткой, и по моточку я оставлю на рукава. 5 моточков вот такой пряжи. Я уже, девочки, я уже сняла отдельно на спицы номер 3,5 вот эти все петелечки. И сейчас у меня, значит, нужно распустить вот эту дополнительную нить и собрать все в круг. Я буду брать отдельный моток уже на рукавчик и добирать, значит, мои вот эти петельки на отдельный моточек. Там уже, если его останется немножко, значит, перейду на второй рукав. Если нет или будет мало, буду вязать из нового мотка, чтобы потом уже ничего не связывать, не соединять никакие нити. Итак, мы с вами начинаем. Перед тем, как я буду все распускать, я говорила, что между вот этими петельками, которые здесь у меня есть, вот они набраны, мне нужно еще все-таки поднять одну петелечку, чтобы здесь между этой и этой петелькой не образовалось никакое пространство. Видите, никакая дырочка. Поэтому я буду поднимать либо вот с этой петелечки, либо даже со второй, вот так аккуратненько, перекрещивая петельку, я подняла одну петлю. Это у нас между нашим рукавчиком и между нашим подрезом. И дальше я буду по одной петелечке подбирать и распускать вот эту мою ниточку. Либо распускать, либо можно просто, девочки, обрезать ее. Это уже как кто себе пожелает. Ниточка, в принципе, мне уже никуда не пригодится, ее можно и обрезать. Я чуть-чуть подтягиваю здесь мой кончик, чуть-чуть подтягиваю его. И начинаю, обрезая мою ниточку, вот так туго-туго, прямо одну к одной петелечке моей собирать. Затем, когда дойду до конца ряда, вот здесь привяжу, и здесь уже фактически у меня никакой дырки не будет. Я понемногу, вот так, петелька за петелькой, обрезаю мою ниточку, буквально по чуть-чуть, обрезаю мою ниточку, вставляю в петельку и помещаю на спицу, вот так. Дальше иду. Точно так же к следующей петелечке помещаю ее на спицу. Все это хорошо стягивая. Вот так, чтобы у меня получился хороший подрезик. Вот эту первую потом я подтяну и завяжу. И никаких, в принципе, дырочек здесь у меня не будет, девочки. Вот так мы делаем до конца нашего подреза и делаем еще одну петельку боковую. Вот, девочки, я подняла еще одну петелечку здесь между рукавом и между телом. Подняла ее, прицепив вот так две ниточки, подняла еще одну петелечку. И теперь могу идти себе спокойно по кругу, доходя до начала вот этого моего ряда. И здесь я уже подтяну мою ниточку, чтобы у меня не образовывалось никаких вот таких пространств. Ну вот, я провязала наш соединительный ряд, поставила маркер начала ряда. Вот он наш подрез, видите? Хорошо, вот он наш подрез. Если где-то у нас еще, девочки, будет чуть-чуть отходить какая-то петелечка и будет не так, знаете, ровненько в один ряд, значит, тоже иголочкой можно подтянуть эту петелечку и распределить по всему ряду. Вот наш подрез. Дальше мы с вами можем найти середину, либо две петельки центральные, и через каждые 8, либо 10 рядов, вы уже сами посчитаете, можно делать
по 2 петельки вместе слева и справа, вот от центральной нашей дорожки. Такие мастер-классы у меня есть в листе «Круглая кокетка». Я не буду снова то же самое показывать и пояснять. Если хотите, сокращайте своим любым любимым методом. Хотите, вообще можете не сокращать этот рукавчик, а делать так, как в модели. Чуть-чуть расширять. То есть, через, опять же, через каждые 10, допустим, рядов от двух центральных петелек вы добираете по одной справа и слева из протяжечки. И тогда у вас будет расширенный рукавчик, как на модели. Здесь уже у каждого, как говорится, свое вязальное творчество. Вот он наш подрез сделан. Рукавчик наш может продолжаться. Я здесь завязала узелок, чтобы не расходилось вот здесь ничего. И здесь то же самое, чтобы было все хорошо. И дальше на спицах номер 3,5, либо на круговых спицах 40 сантиметров, либо на чулочных, носочных спицах, на 4 спицах вы продолжаете вязать свой рукав. Я тоже буду делать мой джемперок. Не буду затягивать вот этот мой мастер-класс номер 2. И постараюсь в конце недели показать вам уже готовую работу. А если нам повезет, то к нам приедет и хозяечка нашего джемперочка и продемонстрирует все это лично. Ну, а на этом вот такой огромный наш мастер-класс, но он был нужен девочке, чтобы все-все рассказать, показать вам наш мастер-класс и подходит к концу. Вяжите, у вас очень много работы на эту неделю. Вяжите, трудитесь, ровных вам всем петелек, вязального настроения, всего самого-самого хорошего, мира и добра вашим семьям. Ну, а с вами была Светлана из уже солнечной Испании. И до новых встреч!